Всем привет! Предлагаю интересную, необычную, очень вкусную закуску на скорую руку. Отличный вариант для праздничного стола. Любой салатик выкладываем в тарталетки. Берем полоску мясной нарезки и аккуратно собираем в гармошку. Слегка прижимаем. Из верхней части формируем веер и выкладываем на начинку. Украшаем двумя кусочками огурца. Получается вот такой цветочек с листочками. По желанию украшаем зернами граната и кукурузы. Получаются вот такие интересные аппетитные цветочки. Наша закуска готова. Как видите, все готовится легко и быстро, а смотрится оригинально и по-праздничному. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Всем привет! Огурец нарезаем на длинные полоски. Лаваш намазываем сливочным или творожным сыром. Выкладываем полоски огурца внахлёст. Теперь распределяем копченую колбаску и аккуратно закручиваем в рулет. Нарезаем на кусочки шириной примерно 1,5 сантиметра. Берем шпажку, нанизываем помидорку черри и втыкаем в рулетик. Выкладываем закуску на блюдо. Как видите, готовится все легко и просто, буквально за 5 минут, а смотрится ярко, красиво и по-праздничному. К тому же это очень вкусно. Кому понравилась идея, ставьте лайки, буду очень рада. Всем привет! Нам потребуется 2 яйца, лук, шпроты, любая зелень. Перчим, солим по вкусу. Добавляем майонез и все перемешиваем. Кружочки хлеба смазываем майонезом. Выкладываем кружочки помидоров. Затем приготовленную начинку. Из пластинки сыра вырезаем бабочку или цветочек, смотря какие формочки у вас есть. И украшаем наши бутерброды. Вот такая чудесная, вкусная, аппетитная закуска у нас получается. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Всем привет! Лимоном сбрызгиваем кусочки яблока. Все перемешиваем. Нам потребуется яйцо, сыр, яблоко, филе сельди. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Отварную свеклу нарезаем на полукружочки. Выкладываем на тарелку в форме цветочка. Распределяем приготовленную начинку. Сверху закрываем второй половинкой свеклы. Посыпаем красными ягодками или зернами граната, тыквенными семечками и белым черным кунжутом. Получается вот такая яркая, красочная, очень вкусная, аппетитная закуска для праздничного стола. Рекомендую вам приготовить. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Пока-пока!